Ну, я скажу, чтобы я изменил, но это потемкинские деревни. Скажем, чиновников, чиновников и чиновников. Вот три вещи. А как? Как, в какую сторону и каким образом? Каким образом и как? Ну, мне кажется, люди должны чувствовать ответственность. Вот когда чиновники будут чувствовать ответственность за то, что они сделали, их могут простить, а за то, что они не сделали, их будут наказывать. Вот тогда у нас что-то будет меняться. Потому что пока, опять, как мне кажется, да, им проще не сделать. Потому что, ну, не сделал ты и не сделал, и вроде как ничего и нет. А вот надо попробовать сделать и ответить. Вот когда чиновники, да и, наверное, все мы будем совершать поступки, отвечать за них, вот тогда у нас что-то изменится.